Так, сейчас мы Так, вот мы прилетели в Белгород. Теперь нам надо получить багаж. А вот получить багаж. Так. Багаж. И сдача. А, это сдача багажа, по-моему. Так. А, это паспортный контроль. Зачем мы сейчас? Так, это паспортный контроль. А багаж получать? А как же будет проверять тогда? Таможня. Дай вам там на выход. А? Нет, иди к вам. Сейчас. Так, я чувствую, что тут дело пахнет. Так, сейчас попробую подключиться к сети Wi-Fi и объяснить на местном языке. Вот только что сейчас я включил переводчик. Кстати, это очень хорошая штука. То есть мне сначала пройти контроль у пограничной полиции сербской, а потом уже получить багаж свой. А я думал наоборот совсем. Ладно. Так, а вот какая очередь здесь большая, зверская. Вот сейчас я прошел пограничный контроль. В моем загранпаспорте поставили печать, что я на территории Сербии. Потом мне прошел опять же через зеленый коридор вот этой таможни. И сейчас я нахожусь в Белграде. Вот. Так, осталось только валюту поменять. О. Так. Так, где-то тут должна быть остановка автобуса. Блин. Понимаешь, если проводит? Так. О, так, а куда я пришел? О. Так. Охлата парковка. Так. Поехали дальше. Зовем. Пять дней шало до утра, когда дойду до чисто собу хотел. Да, а это вот строят, я так понял, новый диспетчерский пункт. Вот оно. На улице такой дождик идет. Вот. С Москвой не сравнится. Вот машины вот с этими сербскими номерами. Так. О, сербская. Добрый день. Автобуска, остановка. Треба в автобус ставить. Треба двигаться до 72. Овде вам есть последняя. А как се окрещу, лаку доле станица. Ага. Видите, скроз доле. А там питайте далее, до кого не покажу. Ага, окей. Okay. Или ту, или видите, скроз за ламо. Вот так, то вам є єдине місце. А, номер автобуса. 72. А, 72. 72. Понял, окей, ага.
Вот так мне приходится немножко... Кстати, немножко их язык сербский, немножко похож, даже немножко там на украинский, на наш язык. Это полегче. Так, но мне нужно еще одно дело. Мне же надо валюту обменять. А у меня 1500 евро. Так. И мне нужен еще интернет, потому что я как бы в международном роуминге нахожусь. Вот. И интернет вот будет для меня очень дорогим удовольствием. А мне нужен местный интернет. Ладно. Для начала я попробую сейчас разменять в самом здании терминала. Где-то есть... так называемая меньячница, где вот валюту обменивают. Но курс, конечно, тут, скажу сразу, невыгодный. Ладно, есть у меня 50 евро, и попробую их обменять. Так, ну, конечно, тут очередь в этот exchange office, то есть... по-нашему в России это называется пункт обмена валюты, а здесь она называется меньячница. Вот такая вот фигня. Да, и еще вот самое удивительное, вот чем отличаются вот наши российские аэропорты вот от аэропорта Белграда, вот, что здесь нет вот этой вот охраны, нет ни рамок, ничего. Вот. Спокойно заходи, все. Только что сейчас здесь здание вот этого аэропорта обменял 100 евро и получил 11500 сербских динаров. Вот как они выглядят, фантики. Ну а сейчас пойдем гулять. Так, вышел я на остановке сейчас здесь, в Белграде. В общем, сейчас я чисто тупо ориентируюсь по GPS-навигатору. Куда мне, как мне правильно до своего отеля добраться. Вот. Кстати, здесь некоторые местные населения, они понимают по-русски. Здесь вот русский язык очень похожий. Так, сейчас узнаем. Добрый день. Улица Виноградская. Туда или туда? Туда. О, спасибо. Да. Так, вот только что сейчас, вот сами вот услышали, как я сейчас вот тут с женщиной, тут вот с ребенком разговаривал тут. Ну, спокойно она мне объяснила, где эта улица. Но мне еще 3 километра топать до своего этого любимого отеля «Калифорния». Вот. Ну, как приеду. Вот, кстати, тут кто-то позвонили. Все, сказали, что можно идти. Вот сейчас, пока я вниз иду, я вам сейчас покажу, как выглядит вот эта улица, узкая улица. Вот так эта улица выглядит. Так, это мелкий район. Но это район еще не такой уж и... Так, а ничего, тут виллу отгрохали, а? Так. Иди, мой красавец, иди сюда. Ну-ка, гавки на меня. Так. Вот сейчас мне подключили местный сербский МТС. Вот. И сейчас вот то, что сейчас пришлется, это значит, с этого номера будет. Поехали. Как придет, только дайте мне знать. Пришло оно или нет? Все. Вот только это я хочу знать. Потому что без навигации я слепой как кот. Вот.
И мне просто будет, и к тому же мне будет очень тяжело общаться с местными аборигенами. Да, и еще в дополнение, вот я вот только что сейчас приходил это сам вот администратор моего вот этого вот пятизвездочного отеля «Калифорния». В общем, она меня предупредила меня в том, что вот здесь, в Белграде, из-за этого коронавируса в городе введен комендантский час, начиная с 24:00, то есть с полуночи, и до 5 утра. И поэтому она рекомендовала мне даже вот из дверей гостей вот этого отеля не выходить. А даже можно прямо вот здесь вот курить в этой в комнате, даже вот пепельница есть. Поэтому это вот просто вот я этим хотел сказать то, что вот то, что вот забыл это сказать, и все. Я вот немножко сейчас вот по WhatsApp пообщался со своими друзьями по Воронежу, по Уссурийску. Они просто не верят в том, что вот я нахожусь вот в Белграде. Но завтра я им, когда вот, кстати, вот я приобрел вот местную белградскую сим-карту, вот МТС, сербский МТС, и вот я им по WhatsApp вот скину вот это все. И вот тут уже, вот, поэтому, вот, да. Так, сейчас, момент, подождите, сейчас я хлебну водовки местной, сербской. Вот, я вам покажу не только весь Белград, я вам покажу Субботицу, город Субботица, я вам покажу город Новиград, я вам покажу природный исторический парк Мокрая Гора. Вот это я вам гарантирую. Единственное, что я могу сделать, я вам видео высылать не буду. Я вам буду высылать только фотографии, и все. Вот это я вам обещаю. Чисто фотографии. Вот только что я сейчас перекурил. Вот. И опять же, вспомнилось мне вот и еще, вернее, не вспомнилось, а вот прокручиваю мысль о том, что вот когда я вот искал, нашел вот этот вот пятизвездочный вот этот вот отель, пятизвездочный отель «Калифорния», вот, администратор, потом пришла администратор, да, вот. Вот. Ну, администратора не было. Вот. Я только нашел этот отель «Калифорния». Вот. Она мне позвонила на мой российский номер, на мой российский МТС. Вот что. Вот. И она мне на английском языке, потом что-то она пыталась на сербском языке, а потом, ну, кое-какие слова она, это как его, умудрялась сказать на русском языке, что вот, в общем, я заплатил 2300 сербских динаров, вот. Если есть интернет, там можете прокрутить, сколько, какой курс рубля по отношению вот к сербскому динару. Вот. И потом она мне то самое вот, ну, в общем, я заплатил, выдал ей наличными деньгами, все. Вот. И и все вроде бы, вот. Потом она меня спросила, говорит, сама, вы, говорит, из morning, ну, то есть вы покинете отель в какое время
суток, то есть, утром, то есть, in the morning, вот, то есть, утром, вот. Я сказал, что я поеду в субботицу, вот. Я сказал, что это самое, вот, я поеду, ну, я, ну, да, я поеду в субботицу, да, вот. Она сказала, говорит, что за субботица, вам надо добираться сначала на, потом она уже по-сербски сказала, что Белградская автобусная станица. Я сразу понял, что центральный автовокзал Белграда. Все. Вот это я хорошо помню. Это я запомнил, что вот автостанция в Белграде называется автобусная станица. Вот что. Вот. Но как только она мне воткнула сербскую сим-карту, а по-сербски это называется сим-катрица. Вот, сим-катрица. Вот, по-сербски называется сим-катрица, да, вот. У меня в телефоне заработал навигатор. Как добраться? Это Зергут, Битта, Данкисон, и все. И у меня, вот, это, вот эти вот языковой барьер в этом был завершен. И все. Завтра я еду в субботицу, то есть сначала на Белградский автовокзал, то есть Белградская автобусская станица. Вот. Покупаю билет и еду в Субботицу. Самый северный город Сербии. Что будет потом, я вам потом дальше расскажу.